Внимание, Надя, как бы наши женщины, современные женщины, не любили активный образ жизни, я уверена, с приходом весны и лета каждый из вас обязательно пополняет свой гардероб новым платьем. Встречайте, еще одна новинка в сегодняшней модной рубрике — платье Ребекка. Я уже готова пророчить этому лоту сногсшибательную карьеру у нас здесь на шоппинг-шоу, потому что я вижу сразу качество, его видно на глаз, вот о ближайшем рассмотрении так и подавно. 2999 рублей платье Ребекка. Ну что ж, Светлан, я даже не знаю, вот честно, с чего начать? Крой. Давай начну я. Во-первых, я всегда, когда прихожу в магазин, я обращаю внимание на красивые ткани. Но когда мы еще и прикасаемся к этой ткани и чувствуем шелковистую текстуру, я знаю, это стопроцентное качество. Речь пойдет о ткани масла. Сегодня наши технологи изобрели такую ткань, которая на первый взгляд напоминает шелк, но она намного практичнее благодаря эластану. Так появилась ткань масла. Представьте себе, жарким летом вы изнурены от жары, а на вас платье Ребекка. Никаких кондиционеров нам не нужно, потому что наше платье с прохладой, с холодком. Именно так называют эту ткань масла. Так, холодок. Ну, хорошо, отлично. Я не против с прохладой летом прогуливаться. Мы видим здесь еще и усладу для глаз. То есть здесь такой потрясающий принт, и он неоднозначен. А теперь все. У меня просто... Я ослеплена красотой. Вот ты знаешь, Надя, иногда говорят, не нужно много говорить, лучше один раз увидеть. Давайте посмотрим просто на нашу модель Лали. Посмотрите, как двигаются женщины, когда они чувствуют себя комфортно. Вот почему секрет красоты была походка Мэрилин Монро и Софи Лорен. В таком платье Ребекка вы будете сводить с ума всех мужчин. Мне очень нравится, что это трикотажно-вискозное масло струится по фигуре и корректирует фигуру. Меньше 3000 рублей и экономите 200. Я хочу сказать, мои дорогие, вы знаете, что это купонное полотно? Как отличается высокое качество производителя от всех остальных? Вы замечали, что создается ощущение, как будто платье шито из лоскутков? Здесь мы такого сказать не можем. Купонное полотно радует вас как спереди, так и сзади. Посмотрите на эти красивые переходы. И мне очень нравится, что здесь участвуют две ткани-компаньоны. Однотонный и цветной. Между прочим, здесь мы видим с вами еще и пояс. Шит он тоже из вискозного масла. Вы можете отрегулировать нужную посадку платья, сделать его покороче, посвободнее. Фантазируйте вместе с нами и с платьем Ребекка. Слушай, ну это беспроигрышный вариант. Ну просто, я смотрю на Лали. Знаешь, мне нравится вот эта посадка вверх, как вверх садится на фигуру. Это же что-то фантастическое. Ну что ж, секрет прежде всего в том, что здесь на зоне бюста мы видим кокетку. Благодаря этому наш бюст становится аккуратнее. Мы видим нежные складочки, которые будут скрывать наши формы и подчеркивать только соблазнительные нотки. И давайте посмотрим с вами на рукава. Цельнокройное, свободное платье. О чем мечтает каждая женщина? Не только о красоте, но и о комфорте. Каждая женщина мечтает чувствовать себя свободно, вальяжно, но при этом выглядеть как конфетка. Согласитесь, немногие любят носить очень узкие платья или юбки и терпеть эти все неудобства в течение дня. А здесь... вы чувствуете полную свободу, вам хорошо, вам приятно. Ох, Лали, знаете, как хвалила это платье. И я понимаю теперь, почему. Ну что ж, а самое главное, внимание, ликуйте, наши дамы с богатыми формами. От 52 до 70 платье Ребекка. Сегодня выбор наших дам с богатыми формами. И Мэрилин Монро, и Софи Лорен, и многие актрисы Голливуда всегда ценили свои формы. Дорогие друзья, платье Ребекка, трикотажный вискозное масло, комфортное, стильное платье на все случаи жизни. Слушайте, но каждая женщина знает еще с пеленок, что платьица – это наша прерогатива. Женщина в платье выглядит сногсшибательно. Она просто обезоруживает любого мужчину. 2999 рублей. Кстати, я забыла вам сказать о том, что здесь скидка 2100 рублей. Дорогие друзья, давайте еще раз насладимся женственностью, красотой. Выбор Лали сегодня — платье Ребекка. И выбор миллионов российских женщин, для кого важна женская красота. Давайте подчеркнем свою красоту и свой внутренний мир. Стильное платье Ребекка скажет всему миру, что вы душа, глубокая душа. И, конечно же, яркая, сочная палитра. Обратите внимание на то, что зона плечиков и рук у вас закрыта. И мне очень нравится, что это платье не только красивое, но и комфортное.
комфортная. Ну да, соглашусь с тобой. Кстати, это можно оценить визуально, потому что я вижу, что оно струится. Не спадает по Лале, по фигуре эффектными, красивыми складками. Кстати, вот в Древней Греции, да, одеяния вот подобного плана носили, то есть подчеркивали фигуры, ведь знали, что делали, ведь греки являются эталоном красивого тела. Ну что ж, ну и так же, как и актрисы Голливуда, которые стали эталоном красоты, на кого хочется и хотелось равняться нашим женщинам. Сегодня наша коллекция российских дизайнеров дарит такую возможность нашим красавицам. И давай еще, Надюш, посмотрим сейчас на качество. Говоря о том, что платье Ребекка красиво, сразу хочу заметить, трикотажно-вискозное масло мы еще и любим потому, что эта ткань не капризная, она такая красивая. Ведь натуральный шелк мнется, его невозможно растянуть, а эта ткань струится как водопад и нигде ни одного залома.